А перед началом ролика не забудь поставить лайк. Тебе не сложно, мне приятно. Давайте наберем как можно больше лайков. Action. Whoa! Now that's big. 12 inches. That is regulation, baby. Cut! Who is this idiot? You! You! Why are you in my space? Why? What is all this crap? Aliens, baby, fishing poles! Who's ever seen a shark that big? All this stuff's gotta go! Why'd you get in this business, you prick? Huh? For the pussy. That's why. What is this? This is my art. Security! Look, you pompous asshole, I own you now. I own all of this. We're gonna turn this place around. I'm gonna make you rich. You're Tommy Vassetti, but I thought that you were... That's right. We're gonna be making some changes around here and start making some real money. Actually, have you ever thought about, But first, we're gonna need some good-looking bras. Yeah, girls are fine, but you, wow. What's that guy think this is, some free art crap? Geez, like anyone ever watched movies about fish? Всем привет, дорогие друзья, с вами я Хилл, и мы продолжаем проходить игру GTA Vice City. В общем, ребят, с этой миссии мы медленно, но уверенно подходим к концу игры. Все сюжетные миссии выполнены, и для того, чтобы открыть финальную миссию, нам нужно купить несколько предприятий, типа клуба Malibu, киностудии, таксопарка, типографии, и выполнить на них миссии. Кстати, хочу сказать, что эти миссии будут намного сложнее, чем в основном сюжете, но думаю, мы справимся. Начинать мы будем, как вы поняли, с киностудии. Если вы посмотрели полностью катсцену, то вы поняли, что в Майами 80-х годов в априори не может сниматься обычное кино, поэтому мы будем снимать порнофильм. Но для него нам нужны актрисы. Самый лучший вариант — это девушка, не знаю, помните вы ее или нет, но она была на яхте у полковника Кортеза. Это, по-моему, единственный раз, когда мы ее видели. Ее зовут Кэнди Сакс, девушка на миллион долларов, с огромной-огромной грудью и маленьким бикини с изображением флага США. Очень хорошая девушка, сразу видно, патриот своей страны. Найти ее можно в центре города, и работает она, конечно, не на очень хорошей работе. Нужно ее вытащить из этого дела. Но ее менеджеру это не особо нравится, поэтому он очень агрессивно реагирует на нас и заставляет свою охрану нас убить. Сразу, ребят, скажу, не стоит с ними стреляться, просто сразу садитесь в машину и езжайте за этим ублюдком. Так как вы очень спокойно, убив шестерых человек, в центре города, приманите на себя около 3 звезд полиции и тем самым подпишите себе смертельный приговор. После того, как вы его убили, возвращайтесь за Кэнди, и тут мы уже направляемся за последней девушкой, а точнее за дочкой полковника Кортеза, Мерседес. Ее уж вы точно знаете. С ней проблем будет поменьше, просто едем в пиццерии и забираем ее. Так, все девушки в сборе, теперь нам остается просто отвезти их в киностудию. Думаю, режиссер Стив будет доволен. It's Tommy. You coming in for a warm-up? Just because you were cheaper, more efficient, my Batsu. Without gross symbols of excess, what will Americans have to look up to? Our great industries are threatened. Cars, armaments, cool and they need your help. Ну а на этом миссия выполнена. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всем пока и удачи. До следующего видео. Shoot, shoot.